мирных переговоров, которые прошли в Астане. Спасибо. Да, добрый вечер, уважаемые коллеги, вернее, еще добрый день. Хотелось бы для начала сегодняшней встречи с вами сделать тоже небольшое заявление от имени российской делегации по итогам состоявшихся консультаций, очередных консультаций в Астане. В ходе прошедшей встречи состоялся, по нашему мнению, конструктивный обмен мнениями по дальнейшим шагам трех стран-гарантов – России, Ирана и Турции – по регулированию ситуации в Сирии. Заметно снизился. Несмотря на отсутствие на переговорах в Астане сирийской делегации, сирийской вооруженной оппозиции, мы все-таки надеемся, что она изменит свою позицию и по поступающей информации все-таки она намеревается приехать сюда, в Астану, завтра утром. Будем надеяться. В этой связи мы оставляем здесь, в Астане, часть делегации Российской Федерации, часть делегации Турции и Ирана для проведения подробных консультаций по интересующих сирийскую военную вооруженную оппозицию вопросам. И считаем, что переговоры между тремя странами-гарантами и делегации сирийской вооруженной оппозиции в Астане, они должны быть обязательно продолжены, потому что только в ходе взаимного диалога можно решить имеющиеся проблемы. Основой для дискуссии на нынешнем раунде наших консультаций стали документы, разработанные российской стороной и направленные для рассмотрения всем участникам астанинского процесса. Состоялся, по нашему мнению, полезный обмен мнениями по этим документам, работа над которыми идет еще из предыдущего заседания форума. В первую очередь речь идет о положении о примирившемся районе. В документе определен статус района, полномочия и обязательства стран-гарантов по выполнению достигнутых договоренностей. Документ принципиально важен, так как позволяет реально укрепить режим прекращения боевых действий. Эксперты продолжили работу на картах для разграничения территорий, контролируемых вооруженной оппозицией и формированиями террористов из числа исламского государства Даиш и из числа Джабхат-ан-Нусры, под каким бы названием оно в настоящее время не выступало. Среди новых документов, которые находятся на столе переговоров, хотел бы выделить проект положения и о Конституционной комиссии. Ее создание позволит обеспечить участие в разработке новой Конституции Сирии широкие слои населения страны, придав импульс рассмотрению всего комплекса задач политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН в Женеве. Ряд обсуждавшихся документов носит гуманитарную направленность. В первую очередь это положение о создании рабочей группы по обмену насильственно удерживаемых, похищенных и задержанных лиц. Участие в ней правительства Сирии, вооруженной оппозиции и трех стран-гарантов России, Ирана и Турции будет способствовать повышению доверия между конфликтующими сторонами и улучшит, как нам, мы уверены, гуманитарную ситуацию в районах, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий. В ходе консультации рассмотрен проект совместного обращения России, Ирана и Турции, поддержанный ООН, к странам-членам ООН по международному гуманитарному разминированию объектов международного культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии, в частности Пальмиры. Сегодня объединение усилий мирового сообщества в этих вопросах позволит сохранить для будущих поколений шедевры мировой культуры.
По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении очередной встречи в Астане 3-4 мая сего года. Это приемлемый срок для всех делегаций на трехстороннем, естественно, уровне. Гуманитарную ситуацию в районах, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий. В ходе консультации рассмотрен проект совместного обращения России, Ирана и Турции, поддержанный ООН, к странам-членам ООН по международному гуманитарному разминированию объектов международного культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии, в частности Пальмиры. Сегодня объединение усилий мирового сообщества в этих вопросах позволит сохранить для будущих поколений шедевры мировой культуры. По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении очередной встречи в Астане 3-4 мая сего года. Это приемлемый срок для всех делегаций на трехстороннем, естественно, уровне. Иран, Турция и Россия. Ей будет предшествовать встреча экспертов в Женеве, вернее, в Тегеране, 18-19 числа, в ходе которой планируется завершить работу над перечисленными выше документами, с таким расчетом, чтобы они могли быть одобрены в ходе очередного заседания в Астане. Хотелось бы еще добавить, что очень действительно важным результатом именно сегодняшних консультаций стало решение делегации Ирана официально подписать документ о присоединении к соглашению в форме страны-гаранта. То есть теперь официально Иран является наряду с Россией и Турцией страном-гарантом выполнения взятых обязательств конфликтующими сторонами. Благодарю вас за внимание. Теперь готов ответить на ряд вопросов. Мы бы хотели начать с казахстанской. Можно? Если есть? Да, пожалуйста. Добрый день, Айнур Коскин, информационное агентство Total KZ. Сейчас поступает разночеречивая информация, говорят там каждый час, да, каждые полчаса сирийская военная оппозиция говорит, то приедет, то не приедет в Астану. Когда вот мы можем точно знать, приедет она сюда, в Астану прибудет или нет? И возможно ли такое, что завтра их просто не будет? Спасибо. Вы знаете, это достаточно сложный вопрос. Его, конечно, надо же адресовать сирийской вооруженной оппозиции. Мы очень сожалеем, что сирийской вооруженной оппозиции не было на нынешних консультациях, потому что если бы она присутствовала здесь, то ряд вопросов, в том числе в интересах населения, проживающих на тех территориях, которые эта вооруженная оппозиция контролирует, можно было бы решить в положительном ключе. Поэтому мы все-таки надеемся на то, что сирийская вооруженная оппозиция поменяет свою позицию и прибудет либо сегодня вечером, либо завтра утром на продолжение переговоров. Опять же повторюсь, что мы ради этого специально оставляем часть всех трех делегаций здесь, в Астане, для того, чтобы продолжить обсуждение тех вопросов, которые волнуют вооруженную оппозицию. Считаем, что позиция отсутствия на консультациях, она, я говорю, еще раз повторюсь, не в интересах непосредственно самой оппозиции. Спасибо. Телеканал Rush Today, пожалуйста. Rush Today, Саргон Хадая. Будьте любезны, вот хотел бы уточнить по поводу вопроса размежевания между умеренной оппозицией, ИГИЛом и фронтом Аль-Нусра. Какие перспективы, когда эти карты будут уже окончательные, как это повлияет на контртеррористическую операцию непосредственно в районе Идлиба и юго-запада провинции Алеппо? Спасибо. Вопрос размежевания – исключительно важный вопрос, и работа по нему продолжается. Продолжается в течение уже длительного времени, как вы знаете. Полтора года мы прикладывали усилия, в том числе и с нашими американскими партнерами, для того, чтобы попытаться размежевать умеренную оппозицию от ИГИЛ и Джабхат ан-Нусры.
И только лишь после подписания вот этих вот соглашений 29 декабря нам удалось выйти действительно на достаточно хорошую плотную работу по этому вопросу. То есть в настоящее время мы получили достаточно подробную информацию и от турецкой стороны, и от иранской стороны, и, соответственно, идет накладывание карт одна на другую, то есть тех мест, которые обозначены в качестве зон подконтрольных именно ИГИЛ и Джабхат ан-Нусры. Хочу здесь также подчеркнуть, что определенную поддержку в этом вопросе нам оказала и делегация Иордании, которая находилась здесь в качестве наблюдателей, с которыми у нас были достаточно интересные и плотные контакты. И мы их обязательно учтем, их данные в работе над картами. Еще мы получили достаточно подробную информацию и от турецкой стороны, и от иранской стороны, и, соответственно, идет накладывание карт одна на другую, то есть тех мест, которые обозначены в качестве зон подконтрольных именно ИГИЛ и Джабхат ан-Нусры. Хочу здесь также подчеркнуть, что определенную поддержку в этом вопросе нам оказала и делегация Иордании, которая находилась здесь в качестве наблюдателей, с которыми у нас были достаточно интересные и плотные контакты. И мы их обязательно учтем, их данные в работе над картами. Еще раз подчеркну, что эта работа, мы считаем, она исключительно важная и поможет нам обеспечить безопасность вот именно тех районов, которые находятся под контролем умеренной оппозиции. Скажу больше, что, пользуясь случаем, тоже мы стараемся убедить сирийскую вооруженную оппозицию тоже оказать нам соответствующую помощь в определении мест расположения отрядов Джабхат ан-Нусры. Коллеги, и последний вопрос, если можно, телеканал от Сирии, правительство Сирии. Аль-Мардини Фирас. Больше делегация оппозиция, они не будут участвовать в Астане. Это можно сказать, что они уже ушли от переговоров об прекращении огня? Спасибо. Ну, как вы знаете, делегация сирийской вооруженной оппозиции, она присутствовала на Астане 1, присутствовала на Астане 2. Вот. Правда, уже тогда выступила с заявлением определенного резервирования своего участия в предстоящих переговорах в Астане 3 под предлогом высокого уровня насилия и нарушение режима прекращения боевых действий со стороны правительственных войск. С этими причинами мы не можем согласиться, потому что уровень насилия, это были заявления, естественно, многих официальных лиц многих стран руководства, что уровень насилия в Сирии реально значительно, даже многократно снизился. Конечно, нарушения имеют место. Именно поэтому мы работаем очень детально и очень плотно над усовершенствованием механизма мониторинга за нарушениями. Это чрезвычайно важный вопрос и не такой простой. Надо также учесть, что есть силы, которые хотят не просто нарушить ход астанинского процесса и в том числе, кстати, переговорного процесса в Женеве, но и хотят вообще сорвать возможность проведения каких-либо вообще мирных переговоров, в том числе по политическому урегулированию. Есть силы, которые именно выступают за военный путь решения сирийского кризиса. Вот нам всем, международному сообществу, здесь нужно этому противостоять.
Ну, спасибо за внимание. Спасибо, сейчас коллеги. Перед вами, наверное, еще выступят представители других делегаций, принимавших участие в переговорах.